Не впадайте у відчай, шукайте альтернативні рішення. У цьому, до речі, можуть допомогти трансформаційні ігри. Що це таке? Зараз дізнаємося нашої гості. Дара Семенова, психолог і трансформаційний тренер у нас сьогодні у гостях. Доброго ранку. Добрий ранок. Так, ну і одразу давайте розберемося взагалі, що це таке трансформаційні ігри. Можливо, хтось не знає. Так, дивіться, перш ніж ми... Ось, друзі, подивіться зараз уважно. Ось так виглядає дошка для трансформаційних ігор. Так? Так, давай зараз пояснимо, що це таке, а потім вже будемо грати. Так, будемо розбиратися. Так, це конкретна ігра, називається Ліла. І Ліла являється самой первой. Это про матір всіх трансформаційних ігор. Сейчас трансформаційних ігор дуже багато. Возможно, ви слышали кешфлоу, красивые бега, трансформації всевозможные. Є ігри для женщин, є фінансові, є для самопознання. Тобто ігор на самом деле трансформаційних маса. На сегодняшний момент. Да. И вошли они в наши, как бы, в нашу жизнь буквально в конце 20 века. Да. В 1983 году вот эта игра «Лила» была адаптирована. Хари Джахарис есть такой... Тоже мастер, трансформационный тренер, который ее адаптировал под современного человека. И потом уже на базе этого всего начали рождаться новые, как всегда. То есть все, по сути, даже трансформационные игры, новый инструмент, он на самом деле является очень старым, потому что этой игре конкретно около 3000 лет. Чего себе, еще тогда люди хотели разобраться в себе, разобраться в себе, да, и нацелены на этот инструмент. Сегодня это психологический инструмент считается, но этот инструмент нацелен на то, чтобы человек узнал себя, узнал свои шаблоны, блоки, установки, которые препятствуют его изменениям, его улучшениям, шагам и развитию. И, в принципе, они ведут к тому, чтобы человек проживал осознанно свои опыты. Слухай, а покажи, як в неї грати, бо, ну, слухай, зацікавило, серйозно, бо люди ж, знаєш, вони ж з блоками завжди стикаються, і не всі розуміють, як їх навіть виявляти. Смотрите, в чому взагалі соль і суть трансформаційних ігр, що ви не тільки можете виявити в процесі ігри, а проработати. В процесі ігри. Одна трансформаційна ліла приравнюється к 20 походам к психологу, представьте. 20 сесій у психолога, да. Ого. В принципі, це дуже длинна ігра, і грати можна від 4 часов до нескольких суток, якщо мы говорим о Лиле конкретно. Ну, и если есть еще пизнавати, куди копати, так? Да, я провожу несколько игр, у меня есть еще Лила Чакра, есть как исполнять свои мечты, и сейчас я разрабатываю свою игру для женщин. То есть на самом деле это очень крутой инструмент. И... Так. Даро, давайте хотя бы начнем, якось вы покажете, яка схема. Смотрите, в чем как бы... Классно. То, что сейчас какие перемены у нас. Да. Мы можем играть в эти игры не только за столом встречаясь, а и онлайн. И даже человечество придумало такой шикарный инструмент, как кубик онлайн. Смотрите, можно бросить кубик онлайн. О, вы нажимаете. Зачекай, это выходит, что мы кидаем просто кубик и заходите. То есть вы можете взять обычный кубик, а можете кубик онлайн. Я сейчас натискаю, значит, что я кидаю кубик. Так? Что вы хотели бы узнать сейчас? Подумайте. Что я хотела бы дознаться? О себе, и что надо проработать. Так. Смотрите, очень интересно, вы выбросили шестерку. В принципе, настоящий вход в Лилу для того, чтобы войти, нужно выбросить шестерку. Ого! То есть это говорит о том, что ваш запрос, о котором вы подумали, он архиважен для вас на сегодняшний день. И вы вошли в игру, вы сразу попали в заблуждение. Выбросьте еще один раз. Заблуждение – это заблуждение наше в том, что вы тело. Вы думаете, что вы тело. Вы думаете, что вы то тело, которое носит конкретное имя, та форма, которую вы воспринимаете, а на самом деле вы душа, которая проходит опыт. Ага. И когда вы это... Трансформационные игры, они помогают нам понять то, что каждый опыт, который мы проходим, это, знаете, как вот в играх. Так. Бежал, 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 раз монетку взял. Так. Свою копилочку. Вот каждый наш опыт, каждый урок, даже негативный, это монетка в копилочку для души, для развития души. Тобто все, що з нами відбувається негативного в житті, це нам на краще, щоб розвивати душу. И позитивного, и негативного. Вы знаете, негативного не происходит. Если это как раз иллюзия ума, это заблуждение. Тобто я правильно розумію, якщо людина потрапляє одразу на шістку, так? Так. Значить, те, що вона замислила зараз дізнатися, вона вже... Начала, игра вас взяла в роботу, да. Так, все, я зрозуміла. Бросайте еще раз. Ага, я знову. Так. И сейчас мы увидим, куда вы пошли. Один. И один. У меня крайности какие-то, слушайте. Тщеславие. Что такое тщеславие?
Как вы думаете, вот как работает трансформационная игра? Так. Что такое тщеславие? Задумываете свой вопрос? Ну, це, мабуть, моя якась проблема, так? Тобто це те, що я зараз, на чому я сконцентрована, чи ні? Может быть. Дело в том, что трансформационная игра, она и есть суть вы. Так. Это она вытаскивает то, что в нас. Но тут вопрос. Тщеславие – это желание нравиться. Желание коммуницировать. Це випадають якості людини одразу? Чи як? Да, як то, чим нужно вам работать, то, ага. куда нужно обратить ваше внимание. Ага. Потому что обратная сторона тщеславия – это желание соответствовать ожиданиям окружающих. Зрозуміло. Так. Нажимайте. Знову шестерка. Вообще, я вас поздравляю. Ребята, это на самом деле за много лет, за 6 лет проведения игр трансформационных. У меня первый раз, чтобы 2 человека с первого раза зашли в игру. Класс. Нажимайте еще раз. Ну, вы вошли в игру. Короче, мы с тобой в игре, это 100%. Ты разумеешь? Главное, чтобы зараз не выявилось, как Джуманджи. Это Джуманджи. Ящик Пандоры. Нет, это Джуманджи. Джуманджи писалась по сценарию. Сценарий Джуманджи написан по Лиле. Лила – это и есть Джуманджи. Я вибачаюсь, треба ваш пальчик. Так. Так, ты на яку потрапив цифру? Тоже шестерочку. Знову на шість. Тоже вошел в игру. Он вошел в игру, да. Другий раз я також. Да, думаете, да, да. О чем вы играете. Все, то, о чем вы думали, теперь вы проигрываете. Угу. На самом деле я часто провожу демо-игры онлайн. И тоже это не полноценная игра, но тем не менее можно какие-то точки в себе осознать, куда вы тоже пришли. Знову вы запрограммовали это, чи що? Дар, ну правда. Я думаю, вы запрограммировали. На самом деле это логично, потому что вы люди публичные. И это ваше проявление, потому что вы должны нравиться, вы должны соответствовать. Естественно, ви сюди і прийдете. Давайте ще ну, по мені одному. Дійсно, мені дуже це дивно. Що означає ворота життя? Ось це. А врата жизни – це вход в ігру. Просто довго буде, ну, довго розказувати. Врата жизни – це рождення, це лона матері. У мене випало 4. Це жінка, через яку ми виходимо в ігру. 4 і 7 – у нас 11. Розвлечення. Пожалуйста, ваша сфера діяльності – розвлечення. Клас. Правильно? Так. То есть игра, она отображает то, что происходит в вашей жизни, и она отображает моменты и точки, которые вам надо обратить внимание. Потому что все является ресурсом. Якщо, Дарочка, якщо людина от грає, там будь-яка людина так. грає в цю гру, на що потрібно звернути увагу, от які, наприклад, числа, це ну, вирішальні, можливо, так? На які так. особливо потрібно звернути Смотрите, увагу? Смотрите, обратите внимание, у нас тут є змії і стріли. Так. Если ви попали на голову змії, ви падаєте вниз. Это отражает то, что как в нашей жизни, испытывая какие эмоции, совершая какие действия, что мы получаем на выходе? Мы падаем в нижний план, материальный мир. Это здоровье, это выживание. Ага. Это вопросы здоровья костной системы. Угу. То есть мы падаем в нижний план, потому что на самом деле наша задача, мы приходим все сюда. Но задача человека, задача души – подняться вверх, поднять уровень своего сознания. Тобто мы по рівням піднімаємо наші задачі. Это в жизни точно так же. Да? Это отражение нашей жизни. Да. И на каждом уровне мы можем свалиться вниз или подняться вверх. А якщо так трапляється, грає и постійно потрапляє донизу, не може уверх піднятися. Це значить, шикарно. Що потрібно змінити? Це шикарно. Це говорить о том, що в процесі ігри і йде трансформація, обсуждение, понимание. І чоловік все время видит, на якому блоці він свалюється вниз, ага. в житті, в реальній. Де проблема є? Де проблема його, звісно. Так, мені ще раз третє щось так. задумувати. Ні, це тут же, все тут же. Так, ну поїхали. Оп. Так, у мене 2. Виходить 7 плюс 2. Желання. Так, а що це означає? Это говорит о том, что вам нужно разобраться со своими желаниями. Вы знаете, я всегда рекомендую один и тот же момент. Сядьте, выпишите 100 своих желаний, а потом вычеркиваете, пока оставите 5. И это будут ваши истинные желания. Потому что проблема большинства людей в том, что они не знают своих истинных желаний. Они не умеют распознавать свои эмоции. И в этом и есть проблема, потому что, не зная своих желаний, мы будем жить с чужими сценариями, представьте. Да. То есть мы будем розуміти, ориентироваться на внешнее, йти. Конечно. Угу. У кого-то есть, классно, я так хочу. А на самом деле это не мое желание, это навеянное. Ага. И вот тут надо разобраться со своими желаниями. Просто, якщо я правильно зрозумів, в процессе игры людина стає чеснішою сама з собою конечно. И уже починає жити ну,
Типу, поінакшому. Прорабатувати. Так, от якщо ми говоримо про бажання, якщо у людини на вагах, от часто буває так, що душа хоче одного, а розум, там, говорячи, раціональніше вчинити по-іншому. Можливо, там вигідніше, раціональніше. Зазвичай, як потрібно брати у житті? Які ви знаєте, зробити? Є поняття інтуїція, розмови напрямую з Богом. Да, ага. Первая мысль. Но ум нам тоже дан не просто так. Логика нам тоже дана не просто так. Так. Логика нам дана для того, чтобы поймав вот эту за хвостик, знаете, вот этот шарик интуиции, который можно потом клубочек. А логический клубочек этот распутывать уже. Вот так. Тобто все одно поєднання, так? Конечно, конечно. Ну, нам же ж не просто так дана логіка, нам же ум не просто так дан. Но есть такое понятие, как ложное эго наше, ложное я. И это ум, который одержим желаниями, которых он не осознает даже. Тобто процесі гри можна синхронізувати і твою душу, тобто свої істинні бажання і розум. Тобто Боже, направити какой... все в одну... Ви шикарно сказали. Я на заметочку візьму, да? Угу. Так, я передаю телефон, правильно? Так, до речі, дивіться, випало бажання. Так. А це хвіст змії. Да. Воно не піднімається? Ні, ми по змії падаємо, по стрілочці піднімаємося. Зрозумів. І так от, кілька часів, за кілька часів роботи, тобто не тільки слилась, будь-якою трансформаційною грою, завжди є якісь блоки, і завжди є те, що нам допомагає. Допустимо, сострадання чоловік, проявляє к себе і к миру, він піднімається на план абсолюта. Це говорить одразу о том, що чоловік є творцом своєї реальності. Тобто в будь-якому випадку, в любой трансформационной игре все эти вероятности человек осознает и прорабатывает. И как раз задача трансформационного тренера любого — привести человеку к осознанному существованию, к осознанному проживанию своих опытов. Тобто, якщо в процессе игры я почну плакати, це буде нормально? Все плачут. Ага, співпереживання, як ви добре сказали, співпереживання, воно піднімає людину одразу наверх. Тобто, якщо людина чуйна, так, до інших людей, не проходить повз, так, відчуває серцем, це одразу піднімає її на духовний рівень дуже високо. Не просто на духовний. Нужно, как бы, помнить о том, что мы сами создаем свою реальность. И когда человек в состоянии жертвы находится и говорит о том все время, что все плохо, люди злые и так далее, ему нужно заглянуть вглубь себя. И проработать именно себя, свои установки и свое отношение к себе и к миру в том числе. Да. Потому что мир нам дает только то, что есть в нас. Он является отражением. И вот игра, любая трансформационная игра, это будет показывать. Тобто мы по факту отримуємо те, що віддаємо. Да. А як, ну, наприклад, зрозуміти, що ця установка, вона невірна? От я знаю просто, що з практики психології там людям інколи з установками дуже важко попрощатися, як не крути. Знаєте, є така класна техніка, коли ви чуєте, ви себе починаєте чувствувати себе, да? Я енергопрактик, енерготерапевт. Да. Я лічу ці речі, що називається, да, прорабатывая человеком. І завжди є такий момент, що якщо у вас болить душа, так, от что-то не так, закройте глаза і спросите вслух себе три рази, що я не так зробив по отношению к другим. І вам прийде відповідь. Тобто будь-яка проблема – це все одно наше. Це внутрішнє. Це те, що у нас. Любая проблема – це внутрішня проблема. Якщо ми говоримо про оцю цифру 19 карми, що вона означає? Это карма, взагалі, на самом деле, це причинно-следственная связь. Зачастую у нас, как бы, в европейском обществе не совсем правильно понимается это слово. Да. Потому что карма считается наказанием. На самом деле карма — это не наказание. Если смотреть с точки зрения души и с точки зрения перевоплощения души, карма — это возможность отработать или обрести новый опыт. Вот так. То есть нам даются ситуации и события для того, чтобы правильно отреагировав, правильно проработав некую ситуацию, сделав выводы. Карма сжигается осознанием, есть такое понимание. То есть почему осознанность? Потому что, осознавая, для чего мне дана эта ситуация, то есть единственный вопрос, который человек себе должен задавать, это для чего мне это нужно? Дар, хочу тебе запитати. От якщо мені пам'ять не зраджує, енергетичний центр людини знаходиться десь ось в цьому районі. У нас... Ну, якщо ми не беремо зараз саме чакри, всі вісім, а от в основному. Ну, це ви говорите об огні житті. Я розумію, чому ви, да. І от якщо у людини на енергетичному рівні ось тут не дуже приємні відчуття, про що це може говорити? Ну, це може говорити о том, що є якісь засори.
Так. Но опять-таки они приходят когда? Когда мы открываемся. Вы знаете, есть такое самое банальное слово «порча». Да? Так. На самом деле 90% – это самопорча. Ага. Тобто ми самі собі робимо гірше. Тобто якщо ми думаємо, що хтось щось там нам зробив, чи що, насправді це ми, це наші негативні навіть думки. Навіть якщо хтось щось зробив, так, то це було притягнуто нами. По карме, для того, чтобы отработать что-то. Потому что, вероятно, мы неправильно мыслим, мы неправильно действуем, мы не обладаем энергией раскаяния. Потому что раскаяние, по сути, это уже не просто форма печали или понимания того, что я там что-то не так сделал, а исправление и искупление. Так, от зараз дивись, важливий момент, ти сказала про порчу. Давай зараз на всю Україну розвіємо стереотип, що, друзі, якщо вам сказали, що це порча, не потрібно вірити. І як захищатися? О, ну это уже другой вопрос, не к трансформационным играм. Смотрите, систем защиты масса, так. На самом деле, элементарная самая, это моя тема просто, я люблю это. Класс. Самая простая, вы утром просыпаетесь и выставляете щит. Так. Вы представляете, что вы находитесь в шаре, вот, вытяните руки. Да. Так, вот это так. Ваше поле. Угу. 70 сантиметров – это ваше так. Поле. Угу. Вот, представили, что вы вошли, закрывайте глаза, делайте вдох, и представьте, что вы входите в такой прозрачный шар. Так. А теперь этот шар вы отслеживаете, чтобы там не было никаких прорех. То есть он целостный. Чтобы сильный был. Да, полный, целостный. И мысленно представляете такое матовое зеркало снаружи. Так. То есть знаете, как в полицейских фильмах? Да. Вы смотрите, вы и видите картину, это, а вас не видят. Да, вот, пожалуйста, вам. Все это защита, которая работает 12 часов. Так, супер. Коли ми уявляємо ось такий шар, так? Так. Якщо я от закриваю очі, я роблю подих, ну, вдихаю, і я бачу якісь, от прям реально бачу якісь простріли. Так. Мені їх потрібно самому якось залатати. Да, ви можете представити, сейчас работают как бы много энергии, да, ви можете представити ту енергію, которая вам приятнее всего. Ну, мне, например, нравится золотая, да? Я представляю, что просто вот, знаете, как прожилки золота заливают, заливают этот шар. И все. От, а вечером ви представляєте, що дощ там, не знаю, там золотой, зелений, какая вам там пойдет енергія, да, он смывает с вас все, что вы за день наработали и це ти знаєш, сливаєте в землю. Я тобі дуже вдячний за те, що ти про це розказала, тому що люди про це дуже багато говорять, там і наші глядачі нам пишуть з приводу цього. І от одне з питань, яке мене ну прям сильно вразило, от це зранку ми зробили. Потім ми відкрили очі, все. І цього досить лише вранку, зранку це зробити? Ще раз я сказала, вечором представляєте, що ви сливаєте, смиваєте з себе. Я маю на увазі протягом дня. От якщо ти розумієш, що щось відбувається не те, ти можеш уявляти. Ну, є, на самом деле є маса защит. Якщо ви, наприклад, йдете в переговори якісь, і ви знаєте, що достатньо складно, є, наприклад, шикарна практика медитація 12 цветов. Медитация 12 цветов. Вы мысленно натягиваете на себя 12 цветов. То есть есть энергия определенного вида, да, которая отвечает за... Это такая концепция, это не по моей концепции, есть такой Алан Харриет, это его техника. Тем не менее, такое есть, и она действительно рабочая. Очень много техник рабочих. То есть вы представляете, есть 6 внутренних, 6 внешних цветов. Допустим, вы представляете белый, фиолетовый, индиго. Так. Медный, золотой, серебристый – это внутренние цвета. Вы наполняетесь на вдохе, на выдохе. И потом выстраиваете 6 внешних цветов. Точно так же. Идет у нас зеленый, желтый аквамарин, голубой, пурпурный и перламутр. Все, это внешние цвета. Вы установили это, и все, это работает. Если самая лучшая защита – это любовь. На самом деле. Правда. Начинайте отдавать так. Любовь. Правда. Если вы идете на переговоры, если какие-то... студию утром, вы хотите что-то утром, вот чтобы вы горели, чтобы люди вас смотрели. Так. Вы представляете перед тем, как идете на работу, что вы наполняете вот это место любовью из сердца, энергией из сердца. Так. Ну, по-перше, наповнюємося самі, щоб потім віддавати цю енергію. Вірно? Це естественно. Спочатку беремо її, ну, про все найкраще думаємо. Думаємо про те, що ми хочемо віддати людям. Тільки позитивне, тільки добре, тільки хороше. І нічого, ніяка порча вам взагалі, нічого не проникне у вашу цю кульку, оцю яскраву, прекрасну, чудову кульку. А от взагалі у мене образ такий склався, ніби ця кулька. Ми ж усі з животика, так? Там. І там ми були у такій бульці, ой, ніби. Замечательний образ. Так? Да. І там був цілковитий захист.
Так, і оця ніби, ну чому нам не поринати от знову от в такий образ, ніби ми от такі захищені, так? Образ, да. На самом деле так і є, ведь ми живемо на землі, а земля – це і є наша мать. Це душа жінки, яка взяла на себе таку можливість, дати нам можливість, таку аскезу, дати нам можливість здесь розвиватися. Ви знаєте, Даро, мені подобається, що наша розмова йде, тобто у нас, ми говоримо ні про щось таке нереальне, так, якісь там забобони, ні, це в принципі, ну, напряму перетинається з психологією, вірно? Це психологія і це фізика. Так. Обична Тарочко, фізика. А дивись, ми говорили про гру Лілу, так? Вона спрямована на свідоме життя. Якщо у людини немає можливості, наприклад, грати в цю гру, проте вона прагне розвивати в собі свідомість. Є якісь практики, от, наприклад, яку ми можемо зробити прямо зараз? Да. Скільки минут у нас? Ну, давай там хвилину. Давай. Хорошо, закривайте глаза. Так. Делайте глибокий вдох. Так, а ви повторюєте за нами, ви ж знаєте, що робити. Так. Делайте глибокий вдох. И выдох. И сейчас вы представляете, что из вашего копчика выходит энергетический поток, который соединяется с сердцем Матери Земли. И вы начинаете чувствовать силу. Вот сила прибывает в вас. Любовь Великой Матери, ее сердца. И вы не только берете эту любовь, а вы отдаете ей тоже. И делаете глубокий-глубокий вдох. И ощущаете, как энергия начинает пульсировать в ваших ногах, поднимаясь от земли, в ваших коленях, бедрах, живот, позвоночник, пальцы рук. Каждая клеточка вашего тела пульсирует и соединяется с ритмом вашего тела. Ви знаєте, мене настільки почало переповнювати. Не, от правда, мені чомусь захотілося веселитися і сміятися. От чомусь от така якась радісна енергетика. Отлично, це значить, ваша вторая чакра включилась. О, а як мурашки потім були? Мурашки, це ви енергію почувствовали, тому що вот эта практика, дальше я, когда ее провожу там, на вебінарах или там, на тренінгах, то я дальше уже стимулирую людей к тому, чтобы они начинали чувствовать не только границы своего тела, а за границы. И на самом деле обычно процентов, наверное, 80 начинают ощущать пульсацию вне тела где-то там на полтора, на 70 сантиметров, полтора метра. Так, слухай, цікаво. Ну що ж, Дарочка, ми тобі дуже вдячні. Да? Це була змістовна і класна розмова. Дякуємо тобі ще раз. Друзі, у нас Дара Семенова сьогодні була. Вона енерготерапевт, психолог. Ми от на собі спробували. Так, мудрі люди діло говорять. Слухайте їх завжди, а для того, щоб бути першими, підписуйтесь на YouTube-канал «Правда тут». Так, друзі, і щоб не пропустити найактуальніше, а головне – вчасно, увімкніть дзвіночок! We'll be right back.